Я хочу любить тебя, но не держать тебя. Я хочу ценить тебя без рассуждений. Я хочу присоединиться к тебе, но не вторгаться в тебя. И так далее, как мы уже записали. Какой вывод мы можем сделать из сегодняшней сессии? Отношения должны строиться на доверии и взаимном уважении. Повзрослей. Отношения должны строиться на деньгах и виагре. Позволь спросить. Вот ответь мне, что такое настоящая близость с женщиной? Это когда без гандонов? Алина, не обращайте внимания. Это мой друг Гена, он мужлан и невежа. Кстати, познакомьтесь. О, какие люди. Беру. Михаил, терапия – вещь индивидуальная и личная. Давайте мы перенесем с вами занятие. О времени я сообщу вам позже. Интимная. Ты ее знаешь? Да. У нее неплохая страничка на OnlyFans. Что это? Она там тоже проводит лекции и тренинги по личностному росту? Можно и так сказать. Только она там голая и с единым хуем в руках. Дай ссылку.